этих соленых озерцах живут хамелеоны. Они здесь повсюду. Сегодня мы приехали в Тунисский национальный заповедник, который называется Фригия. Вот это главный вход. Ксюша, вон обезьян. Вон, Ксюша, вон, смотри, сидит. Это игрушка играет, видишь? Вон схватил мандарин и ушел кушать в тенек. А вот это африканская лисичка. Она живет в пустыне, зовут ее Финик. Они живут в норках, а вот их нора. Вот такие большие черепахи. Ну, на самой большой там все фотографируются. А это такая средняя черепашка. Вот большие черепашки, на которых все фотографируются. Но мы решили их не мучить. Им и так, наверное, тяжело. Мы решили сначала посмотреть хищников, потом вернуться на шоу котиков, потом покататься на верблюдах. Это, наверное, она. Тут тигренок еще ходит. Прячется. Нет, там тигренок есть. Там. А вот леопард. А вот в этом вольере живет леопард. Вон он лежит под деревом. Бабушка, вон. И вот там вот еще в углу, но этого совсем не видно. Но они в стенке пустят. И вон один еще лежит. Ну, то есть квест. Найди леопарда. А здесь живут белые тигры. Такие красавцы. Огромные. Вон нас на галерее сколько. А еще только самое начало дня. А вот в этом вольере живет гиена. И, наверное, не одна, но мы никого не видим. А, вон спит за деревом. Им сейчас жарко, вон как дышит тяжело. Все хищники прячутся днем. А, к сожалению, посещение зоопарка только днем. Ночных экскурсий нет. А здесь должны жить вот такие зверьки. Но никого не видно. Все спят в тени. Фотография стоит 10 динаров. Но мы уже девочки большие, фоткаться не стали. Давай. Не трусь. Давай. Давай. Чуть-чуть, стой. Ой. Пальцы только выпрями. Держи, мадам.
Не-не-не, все, достаточно, это страшно. Говорят, это монгольский верблюд, да? Да. Мы решили прокатиться на верблюдах, потому что в Сахаре верблюды были с ветром и песком. Это мой великолепный, спокойный верблюдик. А вот это вот Кирин верблюд. Красавчик. И здесь они в намордниках, а в пустыне они были просто так. Вот я хотела так в Сахаре прокатиться, но не удалось. А, вернее, удалось, но мало что было видно. Там была борьба на выживание. Вот в этих вольерах живут олени. Ну, там они далеко щипают травку. Небольшой аквапарк для детей, для тех, кто приезжает на целый день. Огромный вольер с обезьянами, просто огромный. Так и смотрим друг на друга. А вот в этом вольере живут слоны. Они просто не доскают. Вон, смотри, машет, машет хоботом. Он какой красивый, так и хочется его потрогать, смотри. Ой, тут еще третий. Она ему хотела самого выкрасить. Пойдем, где крокодил? Вон там, наверное. Да, Ангелин? Самого выкрасить хотела. Вон, крокодилы. Главный ресторан парка. Здесь по вечерам шоу зулусов. Сувенирная лавка в заповеднике. Товары народных промыслов. Наша экскурсия заканчивается. Здесь в конце фотостенд, где вы можете поискать свои фотографии. И мы отправляемся опять в Мальдивы валяться на пляже. Пока слоны, пока львы, пока жирафы. Прощайте. А вот это вот наша восхитительная Ксюша. Она нас встречала в аэропорту. Она нас возила в Колизей. У нее любимое слово «прекрасный». И вот эта вот белокурая, белокожая женщина про Тунис говорит «у нас». Потому что она, не поверите, гражданка Туниса. Yes! Спасибо, да. Ксюша. Спасибо.